В Архангельской области, как и по всей стране, начались экзаменационные испытания у выпускников 9 классов. Школьники сдают первые ОГЭ по выбору. 19 мая они покажут знания иностранных языков. В Новодвинске экзамен по этому направлению выбрали 36 человек. Почти все сдают английский. Один школьник выбрал немецкий язык. Конечно, день экзамена всегда волнительный, но к этому экзамену я готовилась целый год. Да, и английский изучаю я уже много лет, так что... Ну, я готова к этому экзамену. Волноваться нечего. Школьники расходятся по группам, каждый в свою аудиторию. Слушают инструктаж и приступают к работе. Экзамен длится 2 часа. Ребята пишут письменную часть. После этого они проходят в аудиторию подготовки к говорению, заполняют новый бланк регистрации. И с этим бланком они перемещаются в аудиторию, где говорят, прослушивают свои записанные аудиофайлы и сдают уже все оставшееся организаторам в аудитории. Впереди у девятиклассников еще один экзамен по выбору и основные предметы. 23 и 24 мая математика, а 7 и 8 июня – русский язык.